5 октября Измаил с визитом посетил лидера Компартии Украины Петр Симоненко. Главный коммунист Украины выступил на площади Победы, что напротив здания горисполкома. На встречу собрались его сторонники. Как всегда, преимущественно пожилые люди, хотя группы молодежи на мероприятии тоже присутствовали. Петр Симоненко начал с того, что пожелал присутствующим и их родным: «Пусть в нашей стране нам с вами повезет». Коммунист упомянул и конкретные проблемы Придунавья. Это важность сохранения украинского дунайского пароходства и морских портов в собственности государства. При этом в очередной раз были названы и главные виновники сегодняшних бед и проблем – олигархи, и помаранчевые, и сине-белые, которые, подчеркнул Симоненко, используют эту власть, чтобы жить так, как они хотят. По мнению Петра Симоненко, все новые партии – это одноразовые политические проекты в интересах олигархов. Например, партия «Украина вперед» является ярким примером того, как олигархи манипулируют сознанием избирателей. В завершении своей речи, растянувшейся по времени почти на час, товарищ Симоненко пожелал трудящимся не покупать вареную колбасу, так как в нее, по мнению коммунистов, олигархи добавляют 30% воды, а также призвал народ поддержать КПУ на предстоящих парламентских выборах. Станислав Тугай, веб-студия «Курьер».